Герои Гуджитсу, боевые челюсти. Вот так! Куда я попал? Сколько тут всяких динозавров? Я тебя не боюсь. А там тоже какой-то динозавр хвостом виляет. Мне уже здесь не нравится. О, а еще и страусы. Это что такое? Я не понял, что здесь за палаточные баррикады. Филька, проснись. Ты что вообще здесь делаешь? Кажется, меня кто-то будет. Это хорошо. Мне уже здесь не нравится. И откуда у него новый гуджитсу? Филя, проснись, проснись. Филя, ты вообще меня слышишь? Филя, алло. Наконец-то проснулся. Что здесь за палатка? Ты что делаешь? Смотри, получилось новый гуджитсу Дина. Не понял, откуда они у тебя? Их даже в магазинах еще нет. Кирилл, ты не поверишь сейчас. Что такое, рассказывай. Когда я поставил эту палатку, чтобы поиграть... Да, еще смотрю, ты цветок сюда притащил. Это фикус. Не перебивай меня. Хорошо. Я случайно уснул. И чё? И попал в заброшенный город динозавров. И чё, там гуджитсу были? Нет. Когда я тронул одного динозавра, я услышал твой голос. Но я не мог проснуться, хотя знал, что я сплю. Филь, что-то ты врешь, наверное. Да не вру. А когда ты меня все-таки разбудил, у меня появился новый динозавр. Не просто динозавр, а гуджитсу. Классный. Вот хочешь, тоже попробуй. Не, Филь, какая-то фигня. Да попробуй, у тебя получится. Хорошо, я попробую, только не дергай меня за руки. Хорошо? Герои гуджитсу, боевые челюсти. Вот так! Главное, возьми этот зародыш динозавра. А зачем он там? А мне кажется, что это из-за него появились Дина. Дина гуджитсу. Ну ладно, все, да, ты уходи, а я сяду. Хорошо, только гуджитсу заберу. Вот, какой он классненький. Потом распакуем, сейчас моя очередь. Угу. Что там делать надо? Зажимай этого динозавра как можешь сильнее. И начинай спать. А эта волшебная палатка с динозавром тебя тогда сама перенесет. Ну ладно, давай попробуем. Я реально очутился в мире динозавров и драконов. Филька мне сказала, надо прикоснуться к динозавру, чтобы появился у меня этот гуджитсу. Это какой-то маленький, я побольше поищу. Ну-ка, попробуем, спит? Не спит. Крепко спит. А это, кажется, в самый раз. Кирилл, ну ты давай там динозавра трогай, чтобы еще одного гуджитсу завоевать. Долго он еще спать собрался. А это, кажется, в самый раз. Только надо как-то до него дотянуться. За хвост будет проще. Попробую снизу подлезть. Тронулся все. Убегаю. Есть! Дело сделано! О, получилось! Дина гуджитсу! Кирилл, ты молодец! Ты, значит, потрогал динозавра! Ну ты поспи! Я пока что этого динозавра распакую!
теперь надо понять, как отсюда еще выбраться. А, телефон! Хорошо то, что телефон взял. Кирилл? Не понял. Алло, Кирилл, ты что мне звонишь? Ты же дома. Алло, пап, привет. Срочно поднимись на второй этаж к нам в комнату. Зачем? Сам спустись. Нет, пап, ты не понял. Меня надо разбудить. Кирилл, в смысле разбудить? Ты же мне звонишь. Пап, ничего не спрашивай. Просто приди и разбуди меня. Ну ладно, иду. Бред какой-то. Герои Гуджитсу, боевые челюсти. Вот так! Кирилл, ты где? Чё меня звал? А это что за баррикады? Кирилл, ты чё мне звонил? Ты со мной что, в игрушки играешь, что ли? Папа, да мы тут просто играем. Опять Кирилл звонит. Как он звонит? Он же вот сидит. Алло? Что за ерунда? Ты живой сидишь, как ты мне звонить можешь? Папа, вначале меня разбуди, а потом я тебе все расскажу. Ерунда какая-то. Кирилл, вставай, Кирилл, Кирилл, просыпайся. Кирилл, что происходит? Как ты мне звонишь постоянно? Папа, где Филипп? Где он? У меня ничего не получилось. Да нет, нет, все получилось. Вот твой Дина. Да ты что, забирала, пока я спал? Да я просто посмотреть его хотел. Ты хотел посмотреть, и я из-за тебя проснуться не мог. Расскажите мне, что у вас тут в конце концов происходит? Пап, реально представляешь, садишься в эту палатку на подушку, берешь в руку этого динозавра зародыш, и когда ты засыпаешь, ты оказываешься в мире динозавров. Ничего не понял. Ты уверен? Точно, попробуй сам. А как ты мне звонил, когда ты спал? У тебя же даже телефона не было. Пап, я не мог проснуться, но вспомнил, что у меня в кармане был телефон. И я тебе позвонил. Из сна? Ну да. А вот я не мог проснуться, и меня Кирилл разбудил. Папа, сам попробуй. И у нас будет еще один новый Гуджитсу. Гуджитсу-динозавр. Папа, но только чтобы он здесь появился, там надо динозавра потрогать. Что-то я в это все не верю. Ну, давайте на всякий случай попробуем. Давай, залезай в подлатку и садись. Бери с собой телефон, чтобы ты мог звонить. Да я готов даже двух динозавров потрогать. Вылази давай. Два динозавра, значит два Гуджитсу. Ты побольше динозавров трогай, хорошо? Ну, посмотрим, какие будут, всех потрогаем. Да. Пап, смотри, какой мне в первый раз попался Гуджитсу. Это что за голубой динозавр там тебе во сне попался? Это Айро. А мне Шредди. Это Гуджитсу Дино, боевые челюсти. Так что, папа, засыпай и трогай динозавра, а потом звони, чтоб ты проснулся. Так, телефон я с собой в карман положу. Пап, они страшные, но мы с Кириллом уже их не боялись. И ты не бойся, трогай, а мы пока рулим. Ну, с засыпанием у меня проблем нет. Тут отличная подушечка, сейчас устроюсь и быстренько храпану. Все, нам остается ждать. Интересно, а каких он динозавров заполучит? Не знаю. Куда? Куда я попал? Тут динозавры, драконы. А что это? Что это за место такое ужасное? Эту жуть я должен потрогать? Желания особого нет. Хотя я детям обещал. Постараюсь, руку вытяну. Может, не оттяпает. Смотрит прямо в глаза. Я сделал это. Подальше от него уйду, а то еще вдруг сейчас догонит. Слышно, смотри, папа реально уснул. Ты его там не сбежишь, а то без динозавра останемся. Да, если он проснется, нам не повезет. Пусть спит спокойно. Динозавра пусть потрогает. Ну я обещал детям двух потрогать. Надо выбрать кого-то второго, найти его и потрогать. Вот, вот вроде такой не сильно большой, не сильно страшный.
Была не была. Еще одного задену. И быстрее буду звонить Кириллу, чтобы он меня отсюда вытаскивал. А, все, все, задел. Все, можно уходить. Можно уходить отсюда быстрее. Смотри, Филька, появились. Значит, папа потрогал динозавров. А че он не звонит? Ой. Наверное, он очень крепко спит. Что... Да, он даже храпел. Можно уходить отсюда быстрее. О, все-таки хочет проснуться. Алло, пап. Кирилл, для меня будить пора. Пап, ты точно уверен? Ты тут так храп... Папа, ты очень громко храпишь, может, ты еще поспишь? Нет, Кирилл, давай буди, буди меня быстрее. Здесь очень много динозавров, становится опасно. Ладно, хорошо, сейчас. Филька, буди его. Мама, разумная. Что, что случилось? Ой, наконец-то вы меня разбудили. Там такая жуть была. Вот такие огромные динозавры, вот с такими огромными зубами. Ну, видно, ты очень хорошо одного динозавра погладил. Двух сразу же притащил. Я же обещал двух, вот двух и погладил. Мне вообще-то там очень понравилось. Мне тоже там понравилось, но я думаю, это опасно, поэтому больше мы так повторять не будем. И палатку без нашего самого разрешения больше не берите. Все, палатку я забираю, найти ваше яйцо. Но ты так смешно храпел. Палатку я забираю. А я все равно ее потом достану. Все, где сумка от палатки? Вон там. Неси ее сюда. Это Филька вообще-то делал. Ну тогда я принесу. А хотя ты так смешно храпел. Пап, ты реально выспался? Ну, не чтобы выспался, но поспал. Все, играйте с гуджитсу, а я пошел палатку на место уберу. Кирилл, давай следующее видео будет, где мы распаковываем нашу гуджитсу. Давай! Так что, ребят, кто еще не подписан, скорее подписывайтесь, чтобы не пропускать наши новые видео. И особенно распаковку Дина Гуджитсу. Пока-пока. Пока-пока и до новых встреч. Герои Гуджитсу, боевые челюсти. Вот так.